Доброго вечера, юрчане, юртяне, юртмены, юртвумены. Сегодня Space Here не один, сегодня Space Here с замечательной скрипкой. Мы со Кристиной, это как-то оборот русский, простите, с Кристиной еще первый раз начали играть в 19-м году. Или 18-го, нет, в 19-м, или прям с 18-го, нет, с 19-го. И делали это на улице, и нам было очень хорошо, и мы играли, и становились все круче, что вот сегодня в юрте аж играем для вас. Я не буду много говорить, мы, пожалуй, начнем. В общем, Space Here и Spirit of Strings сегодня в юрте. Рад вас видеть. Мы начинаем. Thank you.
Спасибо. Мы приветствуем вновь пришедших. Рады всех видеть. Я Space here, Максим, или просто по-русски Максим. Это Кристина. Здесь есть контактики, можно написать, что-то подписаться, написать. Что? Я не знаю, что говорить. Иногда не хочется говорить. Я лучше положу микрофон вниз и еще поиграем. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Мы чаще не знаем, куда придем, чем знаем. Это мы про музыку. То есть мы начинаем с того, ну, что-то из чего-то знакомого, то, что наиграли, с каких-то паттернов, и уходим в импровизацию. То есть я, например, не знал, что будет дальше регги, но оно просилось. Мы начали его играть. И так вот. Так вот, в общем, с вами Space Here и Кристина, Spirit of Strings, в соцсетях Space Here 24, в соцсетях. Добавляйтесь, подписывайтесь, снимайте сторис, это очень здорово. Меня слушают друзья из Ростова, думаю, Кристина тоже, друзья с разных городов слушают, им классно попасть на концерт вот виртуально так. Они всегда спрашивают, как ты там, Макс, когда приедешь, когда у нас будешь снова. С разных городов. Самара, Тольятти, Питер, конечно же, Москва. В общем, много друзей. Они будут очень рады увидеть сторис. Ладно. А дальше мы все-таки в более космическую хочется импровизацию погрузиться. И мы продолжаем. Thank you.
Спасибо большое. Чай, чай, чай. Пей, не скучай. 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 Чай, чай. Мы так как-то с одним ребенком записали гимн юрты. Он звучит вот так. Можно, кстати, под него немного поджемить. Я предлагаю. Он очень веселый и в тематике. В общем, вот он такой. Это вот бит. Thank you.
Спасибо, спасибо, спасибо вам. Рад видеть всех в этом прекрасном месте. Мне всегда... Ой, там что-то подморожено. Мне так нравится посмотреть вот туда, в центр. Там обычно видно деревья, звезды. И ты такой думаешь, в городе ты или не в городе? Где же ты? Там лес. Ну вот подморожено сегодня. Эх. Спасибо. Кстати, да, у нас тут шляпа рядом лежит. Можно отблагодарить музыкантов на плюшки, печенюшки, такси. Можно на лимузин отблагодарить, тоже хорошо. Здесь также есть номер телефона, можно сделать перевод на Сбербанк, если у кого нет наличных. Так, мы поиграем дальше. Thank you.
Спасибо. Нет слов. Хочешь что-нибудь сказать? Нет. За Кристину все говорит скрипка. Инструмент прекрасный. Что-то прям, да, такая музыка была, что слов нету. Хотелось сказать лишь спасибо. И мы будем продолжать. Попробуем вернуться откуда, куда улетели. Хотя так не хочется, но надо порой, надо возвращаться. Thank you.
Thank you.
Сами в шоке, короче. И такая штука, вот, не было бы вас здесь, и нас бы не было бы здесь, и этой музыки не было бы. Я всегда... Ой, что-то гитара играет. Не раз понимаю, что вот без единого человека, даже если он не за инструментом, даже если он просто смотрит, участвует взглядом, присутствием своим, он создает эту импровизацию. Поэтому спасибо. Без вас не было бы нас и не было бы этого вот. Просто это что-то такое новенькое, что-то между фанком и каким-то рока. Я даже не знаю, как назвать это. Да и не хочется называть. Это просто круто. Что у нас со временем? О, уже 9, ничего себе. Но у нас есть еще силы, да? На полторы трека есть силы. Но мы, если что-то медленное, спокойное поиграем, то точно силы. И есть вот одна идейка. Просто ми очень много, можно перестроить одну тему. Вля, попробовать. Нет, я просто прочитывала, не то, что мне не поется. Ля минор. Ля минор. Попробуем.
хочет присоединиться к этому джему, то это даже приветствуется и нисколечки не возбраняется. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Так он уже это... Все. Концерт, все. Мы все. Спасибо всем. Space Heat 24, Spirit of Strings, Максим и Кристина, гитара и скрипка. Следите за анонсами. Думаю, не последний раз. Первый, но не последний. Последний, но не первый. Туда-сюда. Спасибо всем. Точно. Я один раз ее отключил. Там вот справа лежать.